В Каспийске состоялся урок футбола в рамках всероссийского проекта РФС «Футбол в школе». В 2023 году к этому проекту присоединились еще 15 образовательных учреждений Республики Дагестан. И общее их количество в регионе теперь достигло 150. По этому показателю Дагестан входит в число лидеров среди российских регионов. На уроке, прошедшем в лицее номер 14 города Каспийска, присутствовали координатор проекта в Дагестане Арсланари Магомедзапиров и региональный методист Арсен Абакаров. Мы посетили новую школу, которая вошла в проект лицей номер 14 города Каспийска для проведения мастер-класса и ознакомления их методической рекомендации в рамках проекта «Футбол в школе». Мы в дальнейшем в течение года планируем посетить все 150 школ, которые вошли в проект. Для учащихся была организована увлекательная спортивная программа, где они могли продемонстрировать футбольные финты и придумать оригинальные способы празднования голов. Ребята с энтузиазмом выполняли предложенные задания и активно участвовали в уроке. Мероприятия. Гости рассказали о конкурсе «Прояви себя в футболе», который проходит в рамках всероссийского фестиваля «Футбол в школе», и поделились полезными методическими рекомендациями. Отметим, что работа проекта в Дагестане осуществляется под контролем Министерства образования и науки республики. А куратором выступает заслуженный тренер России, директор РД ЮСШ Александр Маркаров.